Всем привет! Впереди выходные. Как лучше всего их провести, разберемся вместе прямо сейчас. Написать письмо на фронт, сыграть в зорницу и сфотографироваться с военной техникой самарцы смогут на площади Куйбышева. На выставке десятилетию парада памяти посвящается. Открытие намечено на 9 октября. В связи с угрозой коронавируса посетители обеспечат средствами защиты, а на входе всем измерят температуру. На площадь одновременно будут пускать не более 50 человек. В пятницу вечером в галерее «Формограмма» открывается выставка самарских художников «Город-курорт». Работы посвящены безумным событиям этого года, говорят авторы. Начало в 19:00. Теплая атмосфера джаза будет царить во дворике музея «Модерна» этим пятничным вечером. А чтобы согреться, самарцев будут угощать черным-черным кофе. Начало в 7 вечера. В субботу в парке Гагарина пройдет концерт муниципального духового оркестра. Музыканты долго работали над программой, в ней сочетаются как старые, так и новые хиты. Можно будет и потанцевать, и насладиться очаровательными осенними пейзажами парка. Еще один концерт будет в воскресенье, место тоже. Сцена «Ракушка» в парке Гагарина. Увидеть купеческий костюм можно будет в музее Алабино. Там открылась выставка минувших дней очарования. Коллекция включает костюмы мужчины и женщины пожилого возраста, молодой семейной пары с младенцем, свадебные венчальные костюмы жениха и невесты, девичьи и женские костюмы, костюмы мальчика и девочки-подростка. Что интересовало самарцев в начале века? Какие товары появлялись на полках в магазинах? Насколько стиль модерн повлиял на оформление газетных объявлений и рекламных этикеток? На эти и другие вопросы ответит выставка «Реклама модерна» в музее «Модерна». Посетить ее можно до 19 ноября. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи! We'll be right back.